Да. Привет! Многие спрашивают меня, зачем я снимаю видео? Вы знаете, я и сам не знаю ответ на этот вопрос до конца. Честно вам скажу. Одной из причин является, наверное, то, что количество негатива, которое скопилось вокруг нас в инфопространстве, ну, оно просто зашкалило. И мне захотелось добавить долю своего позитива, для того, чтобы каким-то образом это разбавить. Ну, наверное, так. Все, что я снимаю для вас, те места, те заведения, я делаю сугубо по собственной воле. Никто мне за это не платит. Я просто хочу с вами поделиться тем хорошим, что я узнал. Вот и все. Сегодня я вам покажу несколько мест, которые можно встретить, просто передвигаясь маленькими дорожками вдоль Праги, на ее окраинах. Первое место – это шикарный отель с рестораном и спортивным центром около Праги. Второе место – это небольшой магазин, в котором можно купить вино по оптовой цене, в котором можно купить мебель и аксессуары потрясающего дизайна. Ну, такой маленький домик. Но на самом деле в этом домике много всего интересненького. Thank you.
сажаю этот магазинчик. Супер. С таким вкусом все подобрано. Теперь, когда вы все посмотрели, мне остается с вами только попрощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, для меня это важно. Делайте, пожалуйста, перепосты, для меня это тоже очень важно. Был рад побыть с вами эти несколько минут. До встречи. Пока.